Понравились? Дебильные конфеты. О, Ран, со свидания идешь? И что ты лыбишься так? А? Не знаю, что там у тебя такое произошло, но я-то в этом не виновата. А мир вокруг тебя и не крутится. Я тебя ни в чем не обвиняла, дура. Оставь меня в покое. Ран, ты забыла? Да они мне нафиг не нужны. Ого, конфетки. Это что еще такое? Не знаю. Прилипло ко мне и не уходит. Оп. Милый, я так тебя люблю! Ты совсем с ума сошла? Хорош! А? Ты чего вдруг, милый? Подойди-ка сюда. Понятно. Интересная штуковина. О, госпожа Лам, что это за штука у вас над головой? А ты возьми ее и узнаешь. А? Ты чего удумал, паскуда? Да ничего. Опять 25. Лам, что это такое? Идиот. А? Какого... Это мне? Ага. Какого черта здесь происходит? Лови! Вижу! Я связала его для тебя! О, госпожа Лом, это для меня? Теперь я точно без сожаления своей юности! А я думал, эта штука делает так, чтобы она током фигачила. Милый! Я тебя супер-супер-супер люблю! Это любовь, по-твоему? Я, конечно, не уверен. Но когда кто-то хватает это сердце... Она тут же влюбляется в этого человека. Интересненько. Видимо, этих конфет не только вкус особенный. В смысле? Открой-ка ротик. Чё? Вот так оно и появляется. Как ты могла скрывать их от меня? О, милый, а ну стой! Кому говорю? Милый! Боже, ты не орите вот так! Лови! Ням! Черт побери! Рёв, лови! Какого? Поймал! Тупой дед! Проваливай! Ну все, попался! Опа! Милый, прекрати! А ну вернись! Отстань от меня! Оно почти у меня! Сердце милого! Оно будет моим! Никому больше не дам его украсть! Ну попробуй теперь найти мое! Милый! Ребятишки, вы чего тут все разорались? Опять вы со своими тупыми приколами! Дайте сюда! Пора начинать урок! Хорошо! Странно, вы какие-то уж больно послушные сегодня. Неужто вы наконец захотели нормально вести себя на уроках? Что? Осен Марк так и не пришел в школу? Он уже почти неделю не появлялся. На него не похоже. Сегодня он тоже не придет, да? Грусть. Когда я наконец смогу рассказать ему о своих чувствах? А я ведь так рано утром ради него встал. Лампочка, а ты не знаешь, почему его нет? Наверное, потому что он знает, что его будет ждать по приходе в школу. Как так вообще вышло?